Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас квадроцикл CF Moto Basic 500. На этом квадроцикле сегодня заменим передний подшипник на переднем левом колесе. На ступице загремел, захрустел у человека. Он подумал, что привод. А когда подъехал, колесо подергали. Оказалось попроще, не привод. Привод стоит дороже, подшипник стоит подешевле. Взяли подшипник, вот сверху на крыле лежит. Сейчас поднимаем, откручиваем колесо, снимаем ступичную гаечку, откручиваем. Ну, в процессе будет видно. Сейчас поднимаем. Поддомкратил его. Вот так вот. Это колесо еще не откручено. На колесе гаечки на 17. Сейчас мы откручиваем гайку привода. Для этого мы зафиксируем гайка на приводе у нас на 27. Здесь у нас ступица с тормозным диском. Для этого нам надо снять суппорт. Откручиваем сзади два болта. Болты здесь на 13. Пыльник на суппорте, на штуцере прокачки снятый. Так, убираем суппорт. И снимаем ступицу. Теперь мы откручиваем обе шаровые опоры, верхнюю и нижнюю. Верхняя у нас на гайке, нижняя у нас на болту. С ним разгибаем шплинт,
и вытаскиваем его. Гайка нижняя шаровая у нас на 15, а верхняя гайка у нас на 17. Также мы снимаем вот этот пыльник. Головка на 10, 3 болта. Для чего мы его снимаем? Чтоб нам снять рычаг, не гнуть пыльник. Да и потом выпрессовывать, он нам будет мешать. Поддеваем цапфу. Открутим рулевую тягу тоже. Даст нам пыльник, не даст. Так, все, мы, получается, нижнюю шаровую отвели. Теперь снимаем верхнюю шаровую. У нас привод в подшипнике
закусил. Вот сейчас здесь будем немножко мучиться. Сепаратор подшипника весь рассыпался. И видно, что у нас обойму крутило на приводе. Но это хорошо, что у нас отошла она немножко. Мы ее сейчас собьем. Она идет легко. Прикипела. Новый подшипник у нас CF-мод, оригинальный. Номер его 30-499-03-080. Здесь он еще идет по даку DAC-3055W. Плотно сейчас вот эту окалину наждачкой уберем. Все, вот окалину убрали, и подшипник у нас заходит, как должен заходить. Берем, перепрессовываем подшипник. Старый мы из ступицы выдавливаем. Здесь стопорное кольцо. Снимаем стопор. Взял себе сегодня ятовский. Вот такой для стопоров, для снятия. Это на сжим. На разжим еще не брал. YT-2146. Сразу его обкатаем. О, работает отлично. Идем в тиски. Ой, идем в пресс. Выдавливаем. Поставил оправку снизу. По диаметру, в которую проходит новый подшипник. Также оправку по внутренней обойме ставим. Я переставил снаружи вовнутрь обойму. Та рассыпалась, и все шарики разлетелись. А давить нам надо через шарики в обойму.
все. Мы выдавили. Наш старый подшипник. Теперь мы разворачиваем наоборот. Ставим обойму. Берем новый подшипник. Смазываю силиконовой смазкой. Обычная силиконовая смазка. И вставляем его в обойму. Мы даже чтобы ровно зашло, мы развернем наоборот его вниз подшипником. Вот так вот. У нас получается, он дошел до края. Теперь мы переставляем. И додавливаем уже во внутреннюю обойму. Все, подшипник мы запрессовали, идем, ставим наше стопорное кольцо. Берем стопор, собью с него коррозию. Берем круглогубцы наши. Съемник для стопорных колец. И берем ступицу. Все. Стопор установлен. Шаровые у нас живые. Устанавливаем. А мы сделаем вот так вот. Наживляем гайку шаровой верхней. Наживляем рулевой наконечник.
и устанавливаем нижний болт. Также мы смажем шлицевую. И смажем резьбу. Теперь мы это протягиваем. Устанавливаем шплинт. И шплинтуем его. Также и наконечник рулевой. Шплинт и шплинтуем его. Затягиваем нижний болт шаровой опоры. И устанавливаем пыльник. Устанавливаем ступицу. И закручиваем гайку. Гайку по-хорошему надо было бы поменять. Все, ступица у нас не болтается. Смажем гайку, шпильки. Посмотрим, что у нас здесь закернить. В принципе, получится. У нас гайку порвало, но то место, которое порвалось, стало как раз в паз. Берем суппорт. Смазываем на суппорте резьбу и устанавливаем его на место. Здесь разводим колодки. Оживляем оба болта. Thank you.
Все, у нас готово. Устанавливаем колесо. Все, колесо у нас не болтается. На этом мы замену ступичного подшипника закончили. Всего вам доброго!